Ручку к межкомнатной двери продавец вместе с покупателем выбирает одним из способов. Либо по стилю двери, либо по цвету покрытия или стекла. Что же еще следует учесть при выборе ручки? Рассмотрим на примере. Какая ручка вам больше всего нравится? Мне вот эта нравится. Угу. Возьмите ее прямо в руки и просто закройте глаза. А теперь понажимайте, как будто вы открываете или закрываете свою дверь дома. Угу. Какие ощущения? Руке комфортно? Да, удобно. Удобно. Угу. Я предлагаю сравнить. Выберите еще одну ручку. Какая еще нравится? Вот эта мне нравится. Угу. Хорошо. И точно так же берем в руки, закрываем, открываем. И закрытыми глазами ощущения. Но это мне удобнее. Ручка. Удобнее, да? Давайте ее оформляем. Да. Угу. Пойдемте. В разговоре с клиентом используйте глаголы действия. Когда клиент сам подержал ручку, ощутил ее в своей руке, он быстрее принимает решение.